программа успехов началась от 2017 года, когда меньше времени 15 оператора с нашим совместным стандартом России, мы реализовали проект 80 получили. Сейчас вот они нам доверили как первому оператору эксплуатацию проекта 170-2. Поэтому что делать? Надо обновлять там. Конечно, надо. Есть ли для этого инструмент? Ну, конечно, есть. Банки дают кредиты, дают в России. На двух заводах производят вертолет, лизинговые компании заводы предоставляют финансирование. Готовы ли к этому оказалось большинство операторов? К сожалению, нет. Что им посоветовать? Ну, видимо, кто-то ведется руками. Это совершенно нормальный процесс, потому что они в состоянии производить. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, вот я разговаривал с нашими коллегами, конкурентами, с крупнейшими операторами России, они даже не видят эту проблему обновления кода. Всех беспокоит немножко другое, а что в целом происходит на рынке. То есть, как вы знаете, и мировые вертолетные операции после падения цены, и российская отрасль. Налета это основной показатель наших операций сократился на 30-40, где-то больше процентов. На самом деле, в отрасли в лучшем случае происходит стагнация. При этом